Так, что же еще сделать? Фух, ну ладно. Ну что, поехали. Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня будет топ-10 моих любимых продуктов компании Oriflame. Честное слово, я измучилась, я исчеркала, исписала два листа, выбирая, потому что трудно выбрать. Дело в том, что если бы мне продукция не нравилась или не подходила, я бы не сотрудничала с компанией Oriflame. Меня бы здесь не было, не было бы этого канала. Я думаю, что вы понимаете. Поэтому мне вот сузить до 10 мои любимые продукты было очень трудно. Но тем не менее, кое-как вместилось. Итак, начнем по порядку. Где у меня здесь мои любимчики? Сейчас буду доставать. Тушь 5 в 1, серия The One. Сейчас она у меня в таком исполнении темно-зеленая и XXL. В общем-то, она похожа с классической тушью 5 в 1. Чуть-чуть другая кисточка, совсем незначительно она меняется. И эта тушь у меня сейчас на ресничках, и я много раз пыталась перейти на другую тушь, пробовала разные, всегда покупаю новинки, которые выходят в Oriflame, но эта тушь остается неизменно моя любимая. У кого эта тушь тоже в любимчиках, ставьте в комментариях циферку 1, то что это ваша любимая тушь, или просто пишите 5 в 1, моя любовь, чтобы было понятно. Так, следующий продукт, wellness. Я буду идти вот так по порядочку, то есть тоже без чего я жить не могу. Еще надо было коктейль достать, супчик. Кстати, без супчика я жить могу, в принципе, а вот без витаминок вообще не могу. Коктейль тоже в основном стали реже пить почему-то последний год. До этого каждый день 1-2 порции. У нас эти пачки летели одна за другой, и всегда была оформлена подписка Wellness Life. Wellness Life, когда витамины и коробка коктейля приходят, три каталога подряд, а потом в подарок, то есть три каталога подряд за деньги, а четвертая потом в подарок. Порой было, что две подписки сразу, потому что три пачки витаминок в месяц обязательно уходят дочке, мужу, мне. Так вот, чем хороши эти витамины для меня лично? Ну, во-первых, это внешний вид. Для меня это важно, потому что я всегда на виду, я работаю с людьми, я работаю с командой, мне приятно хорошо выглядеть, просто для себя чисто приятно, когда говорят комплименты. Поэтому для меня прежде всего wellness — это красота изнутри и, конечно же, здоровье. Честно говоря, я немножечко затрудняюсь сказать, какая бы я была, если бы я на протяжении 11 лет не пила эти витамины. Не думаю, что я выглядела бы лучше, но вот сейчас тут фу, жалоб как бы нет особо. Мне нравится состояние кожи, мне нравится состояние моего здоровья, мой уровень энтузиазма, мотивации. Это все тоже ведь связано, потому что если есть какие-то погрешности, да, в здоровье, есть, как сказать, причина для беспокойства, то естественно настроение меняется. Поэтому благодаря wellness я чувствую себя прекрасно. Кстати, на Новый год произошел некий срыв, и я благодаря только вот пребиотику выровняла состояние своего кишечника, потому что, ну, было как у меня лозунг: ни дня без майонеза. Мы в принципе майонез не едим, его очень редко, но на Новый год какие-то постоянно салаты, гости, то мы в гостях, то к нам идут, и зачастую самый простой вариант — это быстро что-то нарубить, смазать майонезом, не думая о каком-то соусе, и естественно стало самочувствие немножечко хуже. Я быстренько попила пребиотик, и самочувствие восстановилось. Что классного в витаминах? Витамины содержат омега-3, астаксантин и мультивитамины и минералы. Это не, даже это не суточная норма, это немного меньше суточной нормы, которая нужна каждому взрослому человеку, но предполагает, что мы все-таки едим еще что-то и получаем из пищи необходимые витамины, микроэлементы. Поэтому вот такой пакетик каждый день пьем. Ну и тьфу-тьфу-тьфу, по здоровью тоже все хорошо. Тем более сейчас такое время, что нужно быть здоровым. Ну и в wellness мне еще очень нравится кальций, потому что кальций мне дал быстрый результат. Когда у меня была проблема с суставами, я пропила 2 недели, и у меня проблема ушла. Вот это было очень круто. Вот поставим такую пирамидку. Это был второй блок. Третий блок, без чего я вообще не могу жить тоже. То есть первый — это тушь, потом wellness. На третьем месте у меня, как вы думаете, что?
никогда не догадаетесь, но я поставила на Veg. Серия на Veg — это как раз то, что я сейчас закупила новую продукцию, еще получу дневной крем. Именно зелененькая, именно экологен — это моя любовь, потому что с этой серии у меня самые лучшие результаты. Сейчас у меня, как открыть-то эти баночки, вам показать, сейчас у меня Ultimate Lift, фиолетовые баночки я взяла на зиму. Обычно стараюсь раз в год сделать Ultimate Lift именно зимой, потому что для меня эта серия немного пожирнее и комфортнее не летом пользоваться, а именно в зимнее время года. Мой любимый крем для глаз. С этим кремом реально разглаживаются глубокие морщины, мимика, конечно, остается, потому что, во-первых, я все время смеюсь, я не стесняюсь своего лица, то есть я корчу мордочки, то есть, ну, у меня живое лицо, я не как мумия, я не стараюсь так замереть и не разговаривать, чтобы не морщинилось лицо. Нет, живой нормальный человек, и пользуюсь этими средствами, вижу, что лицо лучше стало выглядеть. Во-первых, это высокий уровень увлажненности, не жирности, а именно увлажненная кожа, нет сухости, нет вялости какой-то, вот такой вот признаков, да, старения кожи, их нет. Да, морщинки есть, есть, конечно, некий вот такой, ну, как бы контур, да, меняется. Ребят, ну, мне 47 будет уже в мае, нормально, я считаю. Ни разу у косметолога не была. Вот у меня еще один лозунг, да, ни разу не была у косметолога. Следующее — волосы. Для меня, конечно, волосы играют огромную роль. Вы знаете, у меня много лет были очень длинные ниже попы волосы темного-темного цвета, почти черного. И я за ними тщательно привыкла ухаживать, а сейчас, когда я вышла из черного цвета и они у меня стали светлые, уход требуется еще больше. И я вам скажу точно, что вот без этого средства я бы точно была бы сейчас с мини короткой стрижкой, потому что масло Элио спасло мои волосы, когда нечаянно, да, их пережгли маленечко. Ну, такое часто бывает, когда выходят из темных оттенков. Это масло, у меня вот оно летело за две недели пузырек, за две недели пузырек. То есть если я мыла голову, мне нужно было просто напитывать волосы тщательным маслом, то есть я прям горстями увлажняла, только после этого я могла их расчесать, и они нормальные были, да, то есть они не рвались, не ломались. То есть это позволило мне выйти из темного в такой вот приятный светлый оттенок масла. И недавно у меня появились любимые продукты из шампуней, потому что многие как бы, ну вот, выбирают: этот шампунь не нравится, этот жирнит, этот тяжелит, этот сушит, этот там перхоть вызывает, да, вот какие-то все время проблемы. Очень бывает трудно подобрать шампунь такой, что прям как все классно, какие волосы, да, пышные, чистые, гладкие. Самое главное, они стали живые. Когда у нас совсем недавно появилась серия Beautanicals на 95% натуральность, здесь с ароматом жимолости, то есть здесь экстракт жимолости, и пахнет очень вкусно. Я когда первый раз помыла голову этими продуктами, я сказала: боже, мои волосы просто оживают на глазах. Вот это для меня показатель, понимаете, то, что есть результат, и он, этот результат, не исчез. На протяжении уже нескольких месяцев я пользуюсь этой серией, уже второй кондиционер заканчивается, а вот шампунь здесь еще много, потому что первый раз я мою голову, не вижу сколько здесь, ну вот где-то вот так, за несколько месяцев, потому что первый раз я мою голову каким-то другим нашим шампунем или серией Love Nature, или серией Hair X, то есть смываю жир, грязь, а второй раз я тщательно промываю волосы этим шампунем. Мне нравится то, что он с дозатором, мне нравится то, что у него очень маленький расход, то есть на мои волосы, они все-таки достаточно длинные, 3 капли, максимум 4, это нормально, поэтому, как вы видите, расход очень маленький. Так, это вот у нас был целый блок волосы, я вот так вот несколько продуктов скомпоновала, чтобы ложиться. Так, следующее, да, это гель для интимной гигиены. Его я открыла, знаете, сколько лет назад? 21 год назад. Мой первый заказ в Oriflame был, как раз я взяла себе гель для интимной гигиены, если вы помните, он тогда был еще в таком круглом флаконе
с плоской крышечкой, то есть без дозатора, но ну, крышечка хотя бы откидывалась и можно было вылить себе несколько капелек. Но сейчас самая удобная форма — то, что мы нажали одну каплю, и этого достаточно, чтобы было комфортно, чисто, приятно. Это просто вот моя любовь, я не представляю без этого своей жизни, потому что я считаю, что это тоже очень важная часть нашей жизни. Но и это еще не все. Я решила следующее место отдать, у меня тут немножко сбилось, ну ладно, теперь идем не по порядку, в общем-то, ну, чтобы мне не пропустить какой-то продукт. Аромат. Сейчас покажу мой любимый аромат. Многие уже знают, что у меня, сколько же у меня ароматов, я считала, больше 30 точно, может быть. Я, правда, некоторые раздарила в праздник, ко мне приходили гости, и я несколько ароматов подарила. Просто думаю, я все равно ими не пользуюсь, чего они стоят. Итак, мой любимый аромат — Giordani Gold Essence. Именно он меня вот вдохновляет в любой жизненной ситуации, в любое время года. Когда я его ношу, у меня как будто бы, как это назвать, такое ощущение, как будто тут какая-то магия происходит. Ведь запахи на нас сильно влияют. И с этим ароматом я уже не могу сутулиться, я не могу убрать улыбку с лица, то есть я не могу себе позволить быть какой-то вот, ну, никакой. То есть он меня настолько вдохновляет, этот аромат, просто моя любовь. И с ним я получаю больше всего комплиментов. Все-таки это мой аромат, он для меня просто идеальный. Дальше тональная основа. Потому что лицо, как я уже говорила, всегда на виду, поэтому важно, какие реснички и тон кожи. Для меня, например, вот я могу сейчас, да, ходить не накрашенная, ну, могу реснички прям чуть-чуть, бровки подвести и блеск для губ, но лицо выровнять обязательно нужно, потому что кожа своя бледная, есть какие-то пятнышки на лице, неровности, следы от прошлых там прыщиков, которые были. Так вот, тональная основа у меня, кстати, заканчивается прямо там последние капельки, я вот так ее перевернула, выдавливаю. Серия Giordani Gold — это, конечно, фантастическая серия, легендарная. Я пользуюсь уже много лет этой тональной основой, но периодически я беру и другие. Мне вполне нравится серия The One, особенно вот эта стойкая Everlasting, она классная. Просто что самое важное для меня, чтобы не было эффекта маски, чтобы выровнен был тон лица, свежесть появилась и молодость. И эта тональная основа именно так и делает. Я даже когда вот наношу одну половинку, наношу так, зеркало отодвигаю, смотрю на себя, боже, как красиво, почему же своя кожа не такая. Ведь это так просто, чуть-чуть это ее затонировать, чуть-чуть выровнять, и сразу такая красота. Без тональной основы я тоже жить не могу. Вот, я ей пользуюсь всегда. Дальше. Чайное дерево. Его, в принципе, можно было бы поставить даже на первое место. Потому что много-много лет назад, когда я про него узнала, стала им пользоваться, это маленькое чудо спасало меня в таких ситуациях, вот просто... Если вам все рассказать, даже не поверите. Кстати, вот прям на днях я обрезалась сильно, сразу залила, а теперь нет ранки, я даже не могу вспомнить где. А сегодня я вылила на себя кипяток, просто чашку с кофе, которую только налили, я ее всю вылила на себя, на ногу, быстро успела все стряхнуть, сорвать с себя домашний костюм и сразу залила маслом чайного дерева. Все, я уже сейчас, кстати, забыла, что со мной было это происшествие, потому что вот это краснющее пятно, оно очень быстро погасло и ушло. То есть это средство спасает нас в самых нереальных ситуациях. Ушибы, порезы, все что угодно может случиться, ожоги, укусы. Укусы, кстати, один раз мы поехали на острова отдыхать, мы там жили 3 дня, рыбачили, наловили щук, и моя подруга такая говорит: о, щука, какие у нее зубы, и каким-то образом она, ну, близко поднесла палец, а щука была живая, и она ее цапнула за палец, просто еле-еле разжали ей эту пасть, там визг, писк, кровище, просто
А с нами были медики, и они сразу: все, надо уезжать, надо ехать в больницу. Я говорю: подождите, у меня есть масло чайного дерева. Мы залили маслом пальчик на ватный диск, залили, она держала вот так, главное крепко зажать, чтобы перестала течь кровь, и масло поработало, потому что это мощное антибактериальное и ранозаживляющее средство. Вот и все, поэтому я его обожаю, и в общем-то ему бы я и отдала первое место на самом деле, потому что это волшебник. Кстати, он заменяет нам реально практически всю аптеку, потому что с ним можно, если есть, вот начинаем с макушки и заканчиваем пятками, да, вот все проблемы, которые возникают, везде помогает решать масло чайного дерева. Например, перхоть. Можно в шампунь капнуть пару капелек, размешать, помыть голову. Перхоть проходит. Не буду дальше рассказывать, а то эта лекция займет у нас с вами целый час. Продолжаем. Следующее, ну вы же посмотрите в интернете, да, сами. Следующее у нас брови, потому что брови — это как рама для картины, и брови, они помогают нам подчеркнуть красоту лица. А если правильно подобрать себе форму бровей, то вы просто будете неотразимы. Выровняли тон, накрасили брови, блеск на губах, все, даже глаза можно не красить, потому что сразу появляются четкие черты, появляется красота черт лица, оно как бы оформляется. И я для себя уже давным-давно открыла вот такой продукт, это тени для бровей, такой коробочки, маленький сундучок волшебный, два оттенка теней сверху и воск для закрепления, снизу в чемоданчике есть две кисточки. И вот этот волшебник, у меня как раз сейчас бровки им сделаны, этот волшебник творит чудеса. А еще есть тушь, которой можно зафиксировать брови, то есть подбираем тушь по цвету бровей, так их расчесываем, укладываем после того, как сухими тенями поработали, тушь фиксирует брови, делает их более выразительными, прокрашивает тот подпушек, который не могут прокрасить тени. Брови становятся выразительнее, эффектнее, просто красота. А еще недавно у нас вышла помада для бровей, уникальная, просто уникальная штучка, кисточка в крышке, сама помада стойкая, и эффект, как будто брови бархатные. Я не могу сказать, какой мне продукт нравится больше, я пользуюсь то одним, то другим, в общем-то оба нравятся, оба любимчики, просто периодически буду заказывать то одно, то другое. Так, кто у нас еще тут остался? Ах, еще тушь накрасили, брови накрасили, а чем снимать макияж? Вот это средство, равных я ему не видела, тоже серия The One, средство для снятия водостойкого макияжа. Нужно вот так взбултыхать активненько, нанести на ватный диск, подержать на, то есть прижав к макияжу, да, к глазу, закрыв его, естественно, и потом аккуратненько убрать все. Ни один продукт, который я пробовала в своей жизни, даже так могу сказать, не убирает так идеально, так до конца макияж, как этот продукт. Я знаю, что он не всем нравится, но опять же, это же мой топ. Это те продукты, которые я обожаю, которые мне дают шикарное просто удовольствие и результат. И в общем-то они мне очень все нравятся. И еще продукты, без которых я тоже не могу жить, это бальзамы и губные помады. Конечно, смягчающее средство — это лидер среди всех бальзамов, которые я пробовала, всегда я его выбираю, а этот с ароматом меда. У меня открыто одновременно несколько баночек с эквадорской розой сейчас в спальне, на столе стоит с апельсином, этот был в ванной, один лежит в сумочке, красненький, по-моему, с клюквой. То есть они все такие вкусненькие, такие милые, самое главное, что легко нанесла на губы, они мягенькие, блестят, то есть они цвет не дают, эти бальзамчики, они только дают блеск и увлажняют. Иногда бывает ощущение какой-то где-то сухости, особенно сейчас морозы, дома жарко, сухой воздух, и я могу иногда на ночь вот так нанести на сухие участки какие-то тут вокруг губ, прекрасно увлажняет. Но самое главное, что помимо того, что за губами ухаживаем, можно носить на кутикулы, если сухие ноги, пяточки, то есть везде, где сухо, можно использовать это средство, оно просто великолепное. Ну конечно, помада, кстати, у меня сейчас на губах новая помада, которая выйдет только во втором каталоге,
из серии The One, по-моему, красное вино. Она великолепна. Я ее не чувствую на губах. Вообще не чувствую. Она очень приятная. Она немножечко по качеству другая, если сравнивать с предыдущей коллекцией. Мне она очень понравилась. И, конечно же, блески. Если выбирать из всех блесков, которые сейчас, да, можно заказать, я всегда бы выбирала глянцевый бежевый. Он мой любимый. Или глянцевый розовый. Забыла, как называется. 387-66. Вот этим блеском пользуюсь постоянно. То есть один из моих любимых. То есть тот вариант, когда нужно быстро и классно привести себя в порядок. Все. Вот такой у меня топ. Мне интересно, какой у вас топ. Напишите хотя бы вот из тех продуктов, которые есть у меня, есть ли среди них ваши любимчики, которые вам доставляют массу удовольствия и дают великолепные результаты. Пишите прямо в комментариях. А если это видео было полезно, ставьте лайк. И до новых встреч. Скоро еще будет одно видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте. Нажимайте, то есть, на колокольчик внизу, чтобы постоянно получать оповещения о новых роликах. Пока-пока!